Каду. Они управляют биооружием с помощью... Сука, а? А, мне карта не открыта. Понятно. Что за фоточки? Записочка. О, сюда еще больше Яндекс еды появилось. Да? Гагарин и что-то еще. Гагарин не хочешь заказать? Нет. А мне не нравится Гагарин. Почему? А? Почему? Пицца есть тоже. Спенсер, здесь? Здесь? Не может, не может быть. Что-то ребята какую-то жопу забрались. И непонятно. Опа! Руки наверх! Ты кто такая? Мия? Что? Еще видишь меня? На место цели взрыва, пока не гонят чел-чел. Ну, чел-чел. Это правда. Вот робот. О, что это за фабрики? Заказочный 75 рублей. Вот этот, за тебя подарок. Напиток подарок? Да хуйня. А? Ни о чем. Пицца вторая была. Нет, сейчас мы родители попросить не отвечать, не? Следуйте плану, я иду к месту церемонии. Стой, стой! Ой, я один кино. Не бросай меня! Вот это всего? Черт, ты же грязь! Вот это. Да хватит! Ох, как ведьмы! Мы перелетели сюда! Сделали все, что ты просил! Пятки, как у тебя немного грязные. Мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Ты сам так говоришь, а потом почему не записываешь там туда, сюда и сюда? Просто постричь ноги на ногах и все. Работаем. Но спасу Рос. Идем. Надо увести тебя. Что значит ты вернешься? Погиб. Погиб. Послушай, да, и ты нажал. Все скоро взлетит на воздух. Нет, нет, ты не прав. Я думала, что не придется. Ты не понимаешь, он особенный. Итан особенный. Что происходит? Надо пока авторизоваться. О, Итан живой, что ли? Ни хрена себе. Тут кто-то есть. Судя по тому, как Итан руки отрубает, так, наверное, он живой. А я не знаю. Посмотри, там смс-ки нам пришли, что-то нет. Как ты сюда попал? О, все 5 пальцев у него. Мое тело. Пизда, 1, 2, 3. Евелина,
Ты тоже здесь? Мёртв? То есть... Миранда. Она... Нет. Я должен спасти Розу. Нет. Миранда ни при чём. Ты уже давно. О чём ты? Я же могу... В смысле, Итан давно уже мертв? Что за фигня? Опа-на. О, а что он так делает? Как его? Уборку. Да как сделать-то? Эй, ты куда пошел? Не знаю почему. А он неправильно определил, он уже дышит. А, нет, да. Как учить виртуальную стену? Блин, подожди, чего? Вот, а как учить виртуальную стену? Ну, значит, ты криво поставила. 3 года назад. Да ебаный рот, я слушаю. Что такое? Чего? Так чего мы ставим на паузу? Мы сейчас разговариваем с тобой про пылесос. Че такая истеричка-то? Так мы разговариваем. Че ты там разговариваешь? Уже с тобой разговаривала. Я с тобой разговаривала, а ты... Я сейчас слушаю. Ты меня слушаешь. Не пиздин, примите, пожалуйста. Да, как его сюда вот поставить, чтобы он сюда пришел? Отправить. Отправить. Да, как? На базу отправь. Сюда? Да. Возвращаясь на док-станцию для зарядки. А, он хочет вот через это на кухню тут. Вот здесь вот она дошел, типа. Вот здесь вот стена, да, она дошел. Ну ты видишь, не дорисовал до конца. Так нет, она. Так здесь, потому что было это закрыто. Типа диван здесь стоял. Ты можешь здесь, ну, ладно. Все? Да. Это невозможно. Бред. Ты не должен, по идее, тут рассказывать. Хватит пудрить мне мозги. Ты должен быть мёртвым. Пошла ты! Он же потерялся, походу. Он будет себя ещё. Тогда кто же я? А нафиг ты туда попёрлась-то, дура? Я это сделал. Че, вентилятор в одном положении стоит. Вентилятор? Да. Заряжка. Не переставляй. Я поставила там, чтобы здесь пока пылесос ездит. Подожди, я сделаю, сейчас тебя пущу. Теперь дошло. Ты легко состоишь. Стянешься, блядь. Итан, плесень тебе? Ты больше не видишь свою семью. Ёфта. Семью? Так Итан тоже получается мутант, что ли? Розус. Я должен спасти дочь. Но ты уже мёртв. Милый! Это мелкая пизда говорит, что в 7-й части, оказывается, в начале убили. Итана. И типа он как-то, видимо, плесень себя принял, мутировал, вот. Типа он должен быть мертв, а он нихуя не мертв. Как-то так. В 7-й еще части? Да. О, ковер. Ну так, нормально, смотри, закрыл. Да. Очнулся. Ну хотя его можно проехать, вот тут щелочка есть. Где? Нет, вот здесь тоже. В моей бабушке. Ой, вот это толстяка торговца, что ли? Герцог. Отмерла битву с Гейвер. Но кто же знал, что я верю? Давно я в отключке.
Да полагаю, как продолжить? Нельзя только начать? Он заново перейдет? Герцог, слышу вас. Блин, как сделать, чтобы не заново? Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда ехали. Даже подъезжаю. Спасибо. Начинаю уборку. Это, наверное, совершенно люди. Боюсь, что вы прозвались. Ты вот это вот зачем? Да. Я специально говорю, вот не двигай, да, а потом он пошел. Нет, я это делаю. Уходи отсюда. Надо идти. Убейте Розу Миранду. О как. О как. А что, поторговаться-то мы можем, э? Толстячок. Ой, карта заработала, да? Ну, типа, вроде как с ним можно поторговаться. А, вот он сидит, блин. Подготовьтесь, след. Аман, Викторию. Ох, тут еще за барыжи-то, а? Исторически. Здесь он проходил где-то старый? Да. Да, да. Да. Молот Гейзенберга. Нихера себе, 220 тысяч сейчас напродаем. Сигарка. Погнали. О, что это такое? Длинность. О, огненную мощь для пистолета. Прикольно. 180 тысяч автомат. О, нихера у него урон, 1160. Блять, а давайте купим. Отлично. Промокод лето. О, шикарно. Так, подождите, что это на снайперской винтовке? Выбирай. От этого зависит. Ох, нихуя, 65 тысяч вместо принято. Мой запас. Одна минуточка. Отлично. Спасибо. Герцог тоже странный хер, если честно. Очень странный. Похоже, что все, да, финальный бой, ребята, конец игры. Давайте-ка засейвимся. Револьвер, конечно, был хорош, но... Был, но не был, да? Погнали. Ой, слушайте. Вот эта часть тема что-то вспомнилась. Bloodborne напоминает. Прям когда уже открывается этот мир глазами. Отвали. Отвали. Мразишь. Короче, на любую пустяну действую, значит, здесь только на либеральный сыр, ну да, нафиг надо. Ну, что-то да. Может, до Доти есть интересного, нет? Смотри, а нету. Может, заказать две пиццы этот? Из Фоки? А?
Ну, блин, приехали. Нет, я так слово сказал, я приехали. Пистолофиш, залюпища маляля, ну, блядь, чтобы, блядь, мог сказать, это хочу. Полезли через придатки. Моя прекрасная дочь. Иди ко мне. Ой, ты ёб твою мать. Ебанинка. Это... Я так по тебе скучала. Вам 50 спарники, раскиты 50-50. Что? Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело? Вот интересно, что за деревенская, что же жар, пицца, итальянцы, и пока все дома. Отдай мне розу! Слышишь? Непонятно. Ничего. Вон, мир точно надо. Я убью тебя. Вперед! Вперед! Давай! Итальянцы, Россия. Соус, сыр. Деревенская. Я лежу. Все. А ты хочешь вот-вот разрушить? Не, нахуй. Я исполню свою мечту! Что вот первое мне понравилось, что там грибы, ветчина. Что? Соус раньше из цирноцерелла, салями, ветчина, бекон, болгарский перец зеленый. Это где? Это пока все было. Не, первая вот, которая была какая-то там. Видите? О. Там еще ее и вот это. Блять, в смысле? Я что, дробовик купил? Какого хуя, блять, где автомат? Заебись, я вместо автомата дробовик купил, ребят. Охуенно. Да и ебал его, вроде. А это проститутка, куда делась? Блять. Где? Где, блядь? Проститутка. Блядь. Еще осталось.
Опа, убил что ли? Или не убил? Так, стойте, знаете что? У нас что, блядь, ни одной бомбы нету. Блядь, это можно дробовичок. Прокачали дробовик, заебись вовремя. Так, а это что такое? Нету. Так. Вообще, да, нет. Точно? Вообще, да, нет, точно. Вот 100%. Из копилки можно достать. Так. Так, ребята, у нас есть одна бомбочка. Блять. Блять, сейчас подожди секунду. Да ёбаный ты в рот! Да ёпта, как от этой хуйни вернуться-то, блядь? Игра вообще дрочная, блядь. Пизду, короче, ребята. Хуй его знает, что делать. О, лекарство есть у меня? Или нет у меня лекарства? Или есть? Блять, ай, в пизду, блять. Ааа, вот оно, ебись, блять, а. Вы еще не выехали? А, ну ладно тогда. Да, минералочку думали, взяли бы, ну ладно. Ладно, хорошо. Давай. Они же подъезжают. Ну бери это вообще, да, такой вот спустый морсик. Бери. Да бери, блядь, ну что тебе сказали, а? Ну, блядь, за 150 рублей за, блядскую вшивую баночку отдавать маленькую, блядь. Похоже на анализы мочи, что-то такое все. Я ну, да, тебе зачем? Короче, ребята, стрим откладывается на определенное время. Всем пока.